Тут вот мы обсуждали Слуцкого, он то ли проговорился, то ли, значит, выступил, вперед забежал, дали ему, видно, по башке, он с разъяснением выступил, заявил, я процитирую, что его какой-то Байрактар Ньюс, ну, телеграм-канал, не так, значит, его, видите ли, процитировал, ну, я там отрывочно послушал. В общем, смысл такой, что да-да, говорит, мы готовы к переговорам с Украиной, но... В случае капитуляции Украины и качественного сокращения украинских вооруженных сил и ее денацификации. Ну, так сказать, там он так-то мудак по виду. Вот. Ну, видно, выражает то, что ему сказали в администрации президента. Считаешь ли ты, что они будут сейчас, увидев, что возможности договориться нет, и Украина принципиально отказывается от всякого рода соглашения о перемирии, ну, не знаю, возьмут да и скажут, а, ну, раз так, ну и режь последний огурец, как говорится. И в чем будет выражаться резание последнего огурца? А вот эти 10-15 тысяч, ну, говорят, 15, вот этот корпус, сформированный, насколько я понимаю, в Нижегородской области, вот это Мулино, да, Мулино, да, они Мулино. Его сейчас вроде как перебрасывают. Ну, видимо, на юг будут перебрасывать, как ты считаешь? И чё? Ну, вот ты нам расскажи, и чё? Ничего. Ничего? Вообще ничего, да. Да, давай оценим вообще, в принципе, какова у них перспектива осени. Если появятся на фронте вот эти 15 тысяч. Ну, там, может, меньше, потому что, опять же, это какие-то добровольцы, пенсионеры, бог знает кто. Об их перспективах на фронте можно говорить только командирским языком, но учитывая, что нас смотрят дамы или даже дети. Смотрят. Да, я вынужден подбирать слова. Перспективы у них... Давай я скажу губами. А, так. А поточнее разъясни нам, пожалуйста. Точнее, давайте перейдем на правильные слова и скажем так, значит, академически. Перспективы у них следующие. Они будут пытаться вести позиционную-маневренную оборону, а мы будем их убивать химарсами. Много и со вкусом. Пока не осознали. Шло до печенок, до самого гнилого лидера. Помнишь, как Высоцкий в этом? Да, за этим маячит перспектива обрушения фронта и сваливания с нашей богом спасаемой страны как можно дальше. Все. Никаких перспектив у них не осталось. Эти 15 тысяч, которые они притащат, растаскают и кинут на разные участки, только 15 тысяч. Они целых 15 БТГ из этого соорудят. Шу. Ну, допустим. Там, Марк, это вообще не о чем. Это просто не о чем. Даже если их на одном направлении куда-то кинуть, это просто ни о чем. Особенно с этими проблемами с тыловым снабжением, которые мы там организовали, вынося склады оперативного значения. Так что, опять же, подготовки, кого пособирали в этот корпус, и кто там страшный военный, да, с этими командирами, это же просто... Понимаешь, в чем проблема? Не проблема набрать людей, хотя для них и это грандиозная проблема. Проблема сделать из них армию. Где взять полицию? Где взять количество младших и не очень младших командиров, которые все это стадо смогут сбить войско, которое на что-то способно? Сержанты, лейтенанты, капитаны, там, ну, комбаты. Ну, точно в Великобританию учиться не отправят. Определенно. Вот и все. Да. А никто не вернется, поэтому. И поближе, если отправят, не вернется.